24 марта 2020 года. Я рад приветствовать всех. Это Мигальская Грива. Я начал свой сегодняшний маршрут с мигалок. До них я доехал на лазике, довольно-таки стареньком, но классном. Сейчас я нахожусь здесь, 11:30 дня. Сегодняшний мой маршрут пролежит опять-таки вдоль реки Кодра, в ее бассейне. Я сегодня попаду на Сосновый берег, на речке Кодра, перейду на правый берег и уже проследую вдоль речки Сыльня. Хочу ее более детально изучить, посмотреть, что все только начинается. Такой сегодняшний весенний день. Немножко затянуто все туманом, но я надеюсь, что где-то к середине дня все распогодится и будет хоть немножко, но проблескивает солнце. Ну а сейчас напиток уже готов.
почти час дня, подхожу к карьерному Мигальскому озеру. Ну как, раньше вода была, конечно, намного выше, сейчас она уже практически обмелела. Почти два часа подхожу к сосновой стоянке на левом берегу реки Кодра. И вот дорога упирается в такой ельняк, он как бы получается как ориентир. И дальше следует идти уже ближе к Кодре, держаться вот этой заброшенной дороги. Солнце выглянуло, все классно, супер. И вот этот ельняк. Ну а сюда мне надо. Была задумка классная у лесника, вот ряд елей, потом идет ряд сосен, ряд елей, ряд сосен. Ну вот ели немножко, конечно, тут не прижились, но тем не менее они тут есть. Красивый вот сосновый берег, прямо на реке Кодра, прямо подступает к ней. Видно вот бобровья плотина, бобры сложили тут ветки и как-то вот сооружают тут плотину, делают заводь там выше по течению. Ну а здесь вот так вот они подготовились, на всякий случай, так сказать. Вот такая вот сосновая стоянка на реке Кодра. Сейчас тут сделаю небольшую остановку и немножко перекушу. Уже очень сильно потеплело, солнце выглянуло немножко. И вот такими лучиками пробивается через еще не рассеявшийся туман, но его сейчас разбрасывают ветром в разные стороны. Поэтому я думаю, где-то после трех уже будет солнечная погода. Ну а пока такая вот дымка, можно сказать, на небе стоит. Туманная дымка с небольшими облаками. Вот рясочка есть. Ой. Ой, совсем уже все по-весеннему, почки набухли. Уже ждут. Не дождутся, когда же они распустятся. Я думаю, уже скоро, совсем скоро. Весна в этом году будет ранняя. Так выглядит стоянка, там где-то можно поставить палатку, там, да где угодно, в общем-то, можно это сделать, готовится кофе. И вот нашел артефакт, что-то когда-то было. Thank you.
Как обычно бывает, хорошее место не отпускает с этой замечательной стоянки. Но, тем не менее, мне пора уже выдвигаться на болото и форсировать речку Кодра по болотам слева на правый берег. И дальше уже двигаться вдоль Сильни, вверх по течению. Когда-то я сюда лесник добрался, сложил тут дрова, да и бросил их на этой просеке. По этой просеке выхожу с другой стороны сосновой стоянки и там уже по дорогам проследую вдоль Кодры ниже по течению. Да, последний раз тут были в 2012 году, проезжали эту просеку. Вот чудо муравейник, уже все проснулись. 4 часа, стало совсем жарко, где-то градусов 15, я не знаю, 16, совсем уже жарко. Небо немножко так подзатягивает, ну не тучами, туманом опять-таки тоже. Выдвигаюсь через болото, сейчас попытаюсь полностью записать маршрут по Ози Эксплор, как двигаться по болотам правильно. Что ж, погнали. Как такой плацдарм, такая важная точка здесь на болотах. Это вышка. И вот товарищ. Пятнистый. Ну, сам упал. ПДВ. Круто, повезло. Солнце еще высоко. Вот за этими березами и ольхой остался мостик деревянный. Тут, в общем-то, идут болота, но это единственная правильная дорога. Надо двигаться
прямо от моста, влево, вправо не сворачивать, прямо от моста. Потом встречаем следующую вышку. Эту вышку обходим слева, потом чуть-чуть подаль, отойдя от той вышки, вот встречаем вот такой вот канал узкий. Встречаем клеща очередного, стряхиваем и идем дальше. Дальше вот виднеется очень хорошо вышка, самая высокая тут в этой части болота. Нужно идти прямо на нее, обходить затопленности и уже от нее там рукой подать, чтобы выйти отсюда с этим болотом. Дальше, в общем-то, рассказывать нечего. Вот вышка осталась позади, теперь главное двигаться вдоль сыльни на пастбище для животных, для заготовления кормов диких животных. Там же находится и самая высокая вышка на этих болотах. Кстати, вот так вот интересно, сыльня переливается, в общем-то, в это болото, и там где-то впадает все это дело в подруг. Стряхиваю последнего болотского клеща. Все, я вышел. Форсирую мост, пойду вдоль сыльни к правому берегу. 5 часов, очень много вырубок прошел через вдоль правого берега речки Сыльня. Ну, маленький световой день все-таки не дает охватить необъятное. Сейчас буду каким-то образом форсировать сыльню. Блин, да тут не особо перейдешь, а вот по балке можно как-то перепрыгнуть. Сильнее течет довольно-таки неплохо. Сильно очень хорошо течет весной. Не знаю, может там даже тот ручей течет. Было бы интересно понять, но не знаю. Так, все хорошо. Перешел. Иду на гриву на сыльне. Единственная грива, которая есть на сыльне. Такая, которая довольно-таки живописная и неплохая. Обычно здесь много черемши, сейчас ее еще пока нет. Кстати, какой-то мостик даже самодельный, ручной. Только сейчас заметил, раньше его не было, не видел никогда. Заросли, короче. Ладно, двигаюсь дальше уже по левому берегу речки Сыльня. 5/4. Я, короче, дорога чуть-чуть правее идет. Я пошел сюда, хочу посмотреть, что тут да как. Да, вот это наша грива. Тут рядышком идет и вырубка на ней. Такое место уже стало. О, вот интересно, как рак вырос. Блин, вообще шикардос. Такая вот любовь. Граба и сосна. Вот тут тоже не место. Вообще уникальное очень место. Ну, вот что с ним сделали. Расчистили, понятное дело. К лучшему оно не стало, но зато проглядывается очень хорошо. Ух ты, класс! Как заболочено стало и прикольно. Супер. Вот сильнее, я сейчас спускаюсь. Фух, у меня сейчас будет. С дорожки. Блин, тут как-то вот подступиться можно там. Вот. Сейчас все видно, вообще шикардос. Все-таки немножко уровень здесь поднялся. Но тем не менее, вот так вот можно сюда подойти. Вот. И не обязательно с обрыва вот тут вот умыться буквально. В этой сильнее. Блин, ну тут глубоко, тут как подра. Глубоко. Вот грива. Единственная грива на сильнее. Да, место популярное. Будет нас прикольно, можно отдохнуть. Какая-то скамейка. Там дальше болото. Там где-то ручей.
Из 10-6 и подытоживая сегодняшний поход, хочу сказать, что многое сегодня удалось увидеть. Сегодня я реально пройду 22 километра, осталось 5,5 километров до Кодры. Единственное, что световой день не позволяет, конечно, в полной мере насладиться всей вот этой красотой, но, тем не менее, я здесь, на Сыльне, на Сыльнинской гриве, единственной гриве на этой речке. Просто в шоке, что я здесь. На самом-то деле думал немножко скоротить поход, но все-таки решил идти сюда. И я не пожалел, несмотря на то, что уже почти не видно. Но каким-то образом еще я вижу эти крабы, на крабах вижу вот эти такие белые пятна, такие отличительные черты. Вот березка растет, там дальше ольха, дубы там идут, здесь и сосны, все есть. То есть тут место, по сути, уникальное на самом-то деле. И речка Сыльная полная, как Кодра течет тут в полной своей красе. Пожелать остается только хорошей погоды и хороших удачных походов. Что ж, до новых встреч и всем пока. Може виявилося, може це було ніде, та що сталося, то вже тлін, ну а я просто тінь.